Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 301. Начертите угол, градусная мера которого равна 1. 38 градусов. Ну, начнем с того, что выберем произвольную точку и начертим один луч. Сначала в этой точке. Пусть эта точка будет О. Луч обозначим ОА. Теперь нам нужно построить вторую сторону угла, второй луч. Мы это сделаем с помощью транспортира. Мы подведем транспортир к лучу так, чтобы его центр транспортира совпал с началом луча. И так, чтобы один луч проходил вдоль линейки транспортира. При этом луч должен указывать на нулевую отметку. На транспортире у нас две шкалы. Вот в данном случае луч указывает на нулевую отметку по внутренней шкале. Поэтому мы на этой внутренней шкале выбираем 38 градусов и чертим вторую сторону угла. Получаем угол. Давайте его обозначим. Угол АОБ. Вот он равен 38 градусов. Здесь давайте напишем запятую. И это угол острый, потому что меньше 90. Второе. Теперь нам нужно начертить угол 124 градуса. Точно так же мы ставим точку, проводим луч, транспортир. Отметку 124 отмечаем на транспортире и проводим вторую сторону угла. Транспортир можно убрать. Получаем угол. Давайте его обозначим буквами. С, Д и Е. Угол ЕСД равен 124 градуса. И это угол тупой, потому что больше 90 градусов. Обратите внимание на то, что в обозначении угла вершина угла должна стоять на втором месте, посередине между двумя другими буквами. Так, третье. 92 градуса. Так, 92 градуса находим на шкале. Так, и обозначим FKN. Такой угол, угол КФН мы построили равным 92 градуса, как сказано в условии. И это угол тупой, потому что больше 90 градусов. Четвертое. Угол 90 градусов. Ну и вот сами 90 градусов обозначим. Так, какие у нас буквы еще остались? Т, З, Y. Угол Т, З, Y равен 90 градусов. Ну, мы его строили с помощью транспортира, а впредь обратите внимание, что стороны прямого угла, они находятся на клеточках. То есть впредь можно строить прямой угол, пользуясь клеточками. Один угол находится, одна сторона такого угла лежит в горизонтальном направлении, вторая в вертикальном направлении. Так, пятый угол 87 градусов. Находим отметочку 87 градусов. И чертим наш угол. Так, назовем его ОМН. Вернее, МОН. МОН равен 87 градусов. И это угол острый, потому что 87 меньше 90. Шестое. 54 градуса. Так, 54 градуса отметку нашли. Назовем этот угол. Давайте опять БУА. Угол БУА. 54 градуса. Острый. Седьмое. Угол 170 градусов.
170 градусов. Так, давайте этот угол назовем. Так, ну пусть К вершина его, А и Б. Угол А, К, Б, 170 градусов. Конечно, это угол тупой. И последний угол 65 градусов. Так, назовем его О. МН. Угол МОН равен 65 градусам, и он острый. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.